Всем привет, с вами Ремикс, и мы только что попали в Китежгород через нелепо расстрелянные ворота. Еще до того, как ты родилась, я чуть не потерял тебя, Лара. Но ты не сдавалась. Ты хотела жить и дышать. Ты сжала кулачки и закричала на всю больницу. Более прекрасного звука я в жизни не слышал. В тот снежный вечер я вернулся домой и зажарил себе стейк. Выпил полбутылки виски, попытался смастерить снегоступы из теннисных ракеток и уснул в обнимку с котом чертовски счастливый. Я слышала эту историю раз 10 и еще столько бы слушала. Если бы только она не кончалась. Если бы у нас было больше времени. А Ларочка все так же тоскуется по отцу. Да, вот они. Все главные проблемы людей, связанных с их родителями. Ну ладно. Так, куда? Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Почему эта фиговина светится? Так, нет. Прикольно. Нет? Так? Окей. Ну, ядовитые стрелы вряд ли помогут, так что идем дальше. Эта фреска рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. Что-то я сомневаюсь, что она вот рассказывает про это, учитывая, что там строчек 8 максимум. Ну, коняшка прикольный. Вот это нехорошо. А как они меня прям сразу так заметили? Совсем нехорошо, мне это не нравится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, легче, так как-то ты неправильно уворачиваешься. Подписывайся!
Мне кажется, Лёд сказал, пойдем, мужики. Дуэль на луках. Я уж чуть не сказал, дуэль на стрелы. И я выиграл. Так, что, все? Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата. Надо только найти еще один требюшет. Да блин, у тебя разрывные стрелы есть, ну ё-моё. Я, кстати, вот пытался взорвать конюшку, потому что он светился... Ну, в смысле, там была метка, типа, сюда надо. Я подумал, что его надо взорвать. А не потому, что я дебил. Откуда у них винтовочные патроны, интересно знать. Блин, ядовитые стрелы самые эффективные, по-моему, против всего. Все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди. Какие мы смелые-то, однако. Так, надо туда, а здесь тогда у нас что? А, здесь, наверное, будет быстрый спуск обратно. Окей. Так, это вот как раз те ворота, которые я пытался сжечь, взорвать и все остальное, но оказывается, их надо было просто потянуть с той стороны. Разбила. Надо добраться до вершины башни. Только вот лед на пути мешает. Воу-воу-воу-воу. Так, 5 стрел у нас тут надо использовать. Хорошо, что их там не только 2, например, можно поставить или что-нибудь. Что-нибудь типа такое. Ну, это, конечно, эпик фейл. Ой-ой-ой. Дымок, главное, не там, где я попал, а вот где-то здесь. Что-то как-то не идет у меня пока. Надо, видать, побольше поставить. И я, кажется, забыл выключить скайп. Надеюсь, он мне не 10 раз сейчас напишет. Зелененьким показывает, значит, я могу туда допрыгнуть, да? А вот здесь... А, вот нет, показывается. А вот это не показывается.
Это плохо. Но у нас есть двойной прыжок, слава богу. Ничего там нет, ничего, ладно. Где там ворота-то вообще? Ну да, вон они. Что-то мешает пройти? Ну, окей. Ага, а отсюда луком нельзя стрелять? А как тогда? Надо повернуть обратно, что ли? Ну, может, можно будет с той стороны посмотреть сейчас. Нет, отсюда нельзя никак посмотреть, блин. Ой. Вот это костер можно будет разжечь его, интересно, нет? По-любому какая-нибудь ачивка будет. Ну, если там их штук 10 опять разжечь. За один раз ачивку никогда не дают, походу. В современных играх. Только если это что-то прям очень редкое. Это печально. Да ладно. Так у меня не хватит сил. И как ты предлагаешь? Понятно. Опять крутить обратно. Хотя, может, и без прокрутки допрыгну. Не, вряд ли. Я вот еще думал, зачем там эта фигня? Зачем вообще обматывать столбы веревками? Причем так прям... Я подозреваю, веревка штука ценная, и вот так вот ее расходовать. Причем такая хорошая, прям столько столетий тут провисела, и все равно целая. Они ее на столб намотали. Получилось. Пора снести врата. И, кстати, а где те, кто стрелял с трибушета? Это, я так понимаю, такой прицельчик. И я, походу, не попал. Слишком рано отпустил. А кто зарядил трибушет? Вот я прям попал точно так же, как в первый раз чуваки попали. Ой, тоже она не полностью развалила. Попала. Нужно еще разок. Да ладно, вот я вот так и думал. Как она будет дальше-то ломать? А почему у меня какой-то белый огонь? Синий, точнее. Я себе такой же хочу. Кстати, бронебойные стрелы — это как раз, наверное, тот монгольский троица, который охотился за пророком. Потому что ему же там император или кто-то там выдал. Генерал, что ли. Специальные бронебойные стрелы. Хотя вообще-то она подняла только одну стрелу. Или типа научилась делать. И другие. Опять эта хрень.
Ага. На. Ой, опасный момент. Он так бегает. Ой. Ух ты, какой прям живучий-то пацанчик. Так, как наверх теперь залезть? Ну, явно не так. Ой. Никак не прицелиться, механизм замерз. Кажись, опять я не в ту сторону двину. Почему нельзя огнем, например, там? Я не знаю. Так, может что-то привязать надо с этой стороны, чтобы оно... Зачем-то же сюда надо спускаться, по идее. А нет, походу не надо было сюда спускаться. Так, а как его туда поднять-то? Надо как-то забраться туда. А как? Ага, и вон там как раз шарик. Еще один. Осада Кити же, наверное, длилась многие месяцы. Еще груз. В прошлый раз же получилось. Надо повернуть стрелу крана, чтобы груз оказался в нужном положении. Блин. Не заметил. Почему-то нарисованы, главное, слитки. Почему, непонятно. Так, а как туда забраться? Кран вроде бы прочный. Возможно, у меня получится. Поди еще по нему пробежать надо было. Походу, да. Прикольно, ее веса не хватает даже, чтобы перевесить обратно. Зато веса корзинки, походу, хватит. Это уравновесит стрелу. Столкнуть ее как-то надо? Нет? Ладно. Так, надо, чтобы...
сначала надо вот сюда стрелять. Угу. А это зачем? Так, я так подозреваю, туда надо набрать воды, но дно-то ведь это дырявое. Так, я в замешательстве, если честно. Чего вот эта хрень делает? Ага, открывает и закрывает дно. Так, так оно, по-моему, открыто. А так, по-моему, закрыто. Хер поймешь. Нет, вот так как раз открыто. Половинка дна. Ага, да, она просто прикрывает еще. Кажется, что открыто. Туда надо теперь как-то воды набрать. А вода у нас течет только с той стороны, блин. Обратно вытянуть. Я думал, просто шаром можно будет разбить лед, и тогда вода потечет со всех сторон. Но, видать, ошибся. Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Отличненько. И теперь нам надо как-то... Ага, и вот оттуда запрыгнуть надо. Да, по идее, тут надо перекатываться, когда прыгаешь, но... Зачем? Так, а как я на середину залазил? Возможно, рычаг на бадье закроет сливной механизм. Да я уже закрыл. А, она дает просто подсказки каждый раз, когда включаешь этот режим. Как вот... А, вон оттуда надо запрыгнуть. Уи-ху! И, конечно же, я не допрыгнул. Что такое? А, надо теперь... Нет, а тогда оно... Хм. Ну-ка, если открыть. Ага, половина воды только вылилась, да? Да, точно. А вот теперь уже не половина. Так, понятненько.
Вот так вот. Случилось. А как они стреляли из него? Типа так, им повезло, что прицел был наведен прямо на нашу. Он вообще-то, да, походу на нашу был наведен. Ой-ой-ой. Лучники. От них нужно избавиться. Только прицелюсь. Прикольно, вот я все думал, будет ли вот это вот или не будет. А, нет, все-таки сделали. И я не попал. Хотя вроде прям в них шмальнул. Еще и не один раз надо вас попасть, да вы издеваетесь, что ли? Я уж понимаю, что вы бессмертные, но на такой же степени. И теперь они уже обычным красным огнем пуляют, я смотрю. О, и костер зажгется. Вот, значит, как его надо было зажигать-то. Требушетом. Так, все погасли. Все погасли. Вот это мой самый точный выстрел. Так, и вон вообще-то... Там я был, нет? Да, там я был. Да, вот сигнальные огни, один из пяти надо зажечь. Ну, я явно остальные уже не зажгу, потому что я оттуда ушел. Хотя тут же можно во все локации возвращаться, так что... Ай, рано отпустил. Блин, прям, прям вот в яму. Чётенько так в ямочку упал. О, сейчас прям вот туда, куда надо. Открыт. Все ворота деревянные почему-то. Так, куда хоть, нет? Вроде туда. Тут трупики у нас. Нас дожидаются. Шкурки всякие. Ой-ой-ой, опять кто-то шмаляет. Вот меня напрягает то, что они с первого выстрела не умирают. Ох ты, прям на лету попал. Вообще красавчик. Ох ты, хорош. Прямо прямое попадание. Да вы издеваетесь, что ли? Сколько ж вас попадать не может? Молодцы, ребята. Прям возле бочечки встали. Мне понравилось. Все? Из тибушета еще кто-то стрелял. Вот опять. Главное, откуда, непонятно. Вон там еще снизу, ребят. Парень, точнее.
Тут сейчас, надеюсь, не будет опять никого. Так, дорогие зрители, и на самом интересном я эту серию прерву. Спасибо, что смотрели. Не забудьте поставить лайк и рассказать друзьям, и откомментировать там еще чего-нибудь. Спасибо всем. Спокойной ночи. Уже 2 часа ночи, кстати говоря.